Юлечка, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, дедуль. Здоровья, счастья. На тобой было всегда мирное небо, чтобы ты всегда улыбалась, чтобы ты была жизнерадостная, чтобы этот год был самым лучшим годом для тебя. Спасибо, дедуль. Металлопластика. Всем привет. У меня день рождения. Мне 23 года. И я забыла хлопушки дома. Всей компанией идем к Карине домой, чтобы ее мама заплела мне косички. На улице уже начинает темнеть, потому что мы вчера ночью, как всегда, уже начали отмечать мою днюху. В 6 где-то легли, поздно встали. Да, Вивчик? Ты что, развалилась? Колбаска. Хочу, чтобы тетя Ина заплела мне косички, и мы пойдем в лес снимать тиктоки. Может быть, пофоткаемся. На улице достаточно холодно. А вот бабушка моя. Привет, привет. Салют, салют. Я твоя первая внучка, бабуль. Ты моя первая внучечка, любименькая. И... А, хотел сказать единственная, потому что я тебя из роддома забирала сама. С твоей мамкой. Солнышко наше. Да. Главное, главное. Внучка старшая и главное. Всем остальным внукам голова, хозяйка. Угу. Вот. Что, пойдем гулять? В лес. Дышать кислородом. Набираться Вивчик. Сибирского здоровья и кавказского ругается. Да, будем заплетать. Сейчас Юлечку, Каринечку уже заплетли. Сейчас Юля будет. Такая, типа, хочу заплестись. Я такая, блин, я тоже теперь хочу. Повторюшка, дядя Хрюшка. Что есть что сказать? А где тебе подарок дарить? Дома у нас, конечно, так помню. Я, конечно, очень хочу видеть. Но я лучше подожду. Я очень хочу, чтобы тебе понравилось. Я почти уверена, что тебе понравится. На 95%. Ты не видела, Сара? Ну, я не видела, но я знаю, что это. Не говори только. Классно, у тебя волосики без перенарощенного. Вот когда я заплетала раньше, у Юли было вот всегда вот эти штучки. Да. И я пыталась как-то вот так вот делать. Вообще, ты молодец, что ты наконец-таки устала от наращенных волос. Ну, они отросли более-менее, у меня же все короткие, драные были. Нет, смотри, как у тебя волос хороший. Сейчас уже, конечно. Давай свою мордочку. Вот красиво очень. Вот это тоже красиво очень. Сладуся, маленькая такая. У меня день рождения. Ну, даже в день рождения я должна отвечать по поводу работы, что-то продумывать. Вива этого дня ждала просто, я не знаю, как кто, больше, чем свой день рождения. Потому что она знает, что будут крылышки жареные. Она их просто обожает. Да? Все обожают животные. Из таких шашлычных изделий мы ей можем дать только немножко крылышек куриных. Их она обожает, она просто будет плакать за них. Ну ты ей самое мяско, да, беленькой дает? Ну конечно, без кожицы. Мой гномик. С днем рождения! Ну давайте. Ой! Юля, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Твой просачий взгляд! С днем рождения! О, подожди! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Сейчас нужно включить соответствующую музыку. Сейчас я тебе такой курочку дам, что ты закачаешь. Ну что, как я тебя люблю, Сильвия, я не могу передать словами. И какое это счастье, что ты у меня есть. Вот. Я тебя поздравляю с днем рождения. Хочу, чтобы ты была счастлива. Очень, я прям молюсь, чтобы ты была счастлива всегда, чтобы у тебя все получалось. Спасибо тебе, что ты есть. И тебе спасибо, что родила меня. С днем рождения. Я тебя люблю. Ой, тебя дорвала. Я обожаю оливье с черным хлебом. Такой вот прекрасный стол. Вы посмотрите, как много еды. Помню, как мы забирали ее из роддома. Такая она была сразу красавица у нас и умница. Тоже хочу тебе пожелать, дочь, прежде всего счастья, исполнения всех твоих желаний, потаенных и непотаенных всяких, успехов тебе во всем. И всегда быть такой умницей и красавицей, потому что у нас умница и красавица. Спасибо. Очень сильно любит.
Спасибо. Я тебя люблю. Спасибо. Ай, С днём рождения! Чё ешь, Юля, расскажи. Крабовый салат собственного маминого приготовления. Свинину, маринованную дядей Аркадием и пожаренную им же. Не пожалевший перца. Рот горит. Перец прям такой. Курочка. Я, конечно, люблю стрипсы острые. Что ты еще съем потом? Рыба есть еще у нас. Стейки. Да, стейки у нас тут. Вот, винегреты, салаты. Ай, какой стол. Да, шампанское, икра. Что сказать? Я очень рада, что мы с тобой встретились когда-то давно. Мне кажется, это очень влияло с тобой на наши жизни. Одни из самых у нас с тобой значимых встреч. Это мы друг у друга. И это офигенно осознавать, что мы друг друга наполняем. Радуем, работаем вместе, короче, дружим до сих пор. Я надеюсь, что мы так будем дружить всегда, да. Днём рождения. Открывай. Кто здесь? По пакетику это Прада. Да. Только коробка? Нет, это мам, ближе надо. Так, вы снимаете мой... Угадай. В такой маленькой коробочке. Какое-то бижутерия? Ну ладно, открывай. Такая красивая коробка, я ее сохраню. Весь подарок. Очень красивая коробка. Я волнуюсь. Блин, так красиво упакован. Зачем это? Надо распаковку профессионально снимать. Я волнуюсь. Это кошелек? Это паспортница. Подождите, еще раз. Можно, чтобы ты так выступилась? Нет. Так это не работает. Я просила паспортницу. Давай, я восхищаюсь. Это кошелек? Нет, паспортница. Спасибо. Губа 3. Я вам нравится? Правда? Я хотела. Я знаю. Спасибо. Посмотрите. Это очень классно, реально. Дизайн как тебе? Я знала, что... Ты уверена, что это паспорт? Сюда деньги можно положить? Вот, видишь, паспорт вот сюда кладется. Ну да, мне сказали, что это паспортница. Значит, сказали, наш паспорт. Блин, спасибо, мне нравится. Дальше продолжаем. А я сразу подарю ей еще на Новый год подарок. Ого! И на 30 лет. Это я даже потеряю. Это с Новым годом. Я тебе потом подарю. Твоим годом быка, который будет, да. Тупающий. Коробочка тоже красивая. Тоже оставим. Давай сделаем для скрина, если что. Я хотела. А подожди, как думаешь, что там? Ой, да что ты мучаешь? Ну и все, открывай. Зачем ты спрашиваешь всегда? Было весело. Интерактив. Шар. Как красиво все упаковано. Ай, ладно. Ты угадала. Сектор приз на барабане. Что за бренд? Burberry. Нифига. Нравится? Да я померю в зеркало. Я что, теперь модная? Ну, спасибо. Конечно, мне нравится. Только почему черно-белая, а не бежевая? Не знаю. Там не было бежевая? Ты можешь есть... Нет, там есть. Ты можешь пойти туда, сдать. Я чек тебе отдала. Если вдруг дизайн не нравится, я не обижусь. Ты можешь поменять. Ну, я посмотрю еще потом. Ты можешь поехать туда, я тебе чек туда положу. А какие там еще были? Там было много. Реально? Да. Ну, все равно спасибо большое, подружка. Не, я тебя люблю. Ты можешь поменять, я не обижу. Кошелек я знала, что тебе понравится. Стоп, кошелек точно не кошелек, а паспортница. Да. А нет, это я сомневалась. Что ж, я, Юлечка, когда приходила косички заплести, я уже ей, в принципе, вот прям порывом все высказала, что как я люблю вот твою мамочку, да, прежде всего. Ну вот бабушку это вообще, это чудо, бабушка. Я каждый раз говорю, чудо чудесное, бабуля какая-то. Поэтому поколение в поколение идет. Бабуля, Ленуся и... Ты повторяешься, дорогая. Да, я просто говорю, я просто так люблю тетю Верочку, да. Она мне каждый раз цветочки дает все. Вот это все, она всегда думает, там то, там все. И поэтому я не могу это не отметить все, понимаешь? Я за Юлю пью, но есть у Юли самые главные люди в жизни. Это вот ее... Две женщины, вот эти две великолепные дамы. Поэтому я хочу тебе пожелать
чтобы ты тоже, например, создала свою семью, чтобы также все у тебя было складно и ладно. У тебя такие нянечки, да, есть хорошие, поэтому счастья тебе, успеха. Поняла намек? Да, Леночке я говорю, спасибо, что ты родила ее в конце прям года, да, такое время такое, казалось бы, да, в конце года, вот мы все собрались, благодаря вот вам, я такая счастливая, сижу вот уже со своей семьей на даче, да. Юлечка, спасибо тебе за то, что мы вообще знаемся с тобой. Я так рада, что вы с Кариночкой встретились. Да. То, что мы с Ленусечкой гуляли с нашими собачками, вот такими, как вот Вибочка. Покажи Вибочку, вот она. Чего? Три собачки, чему я очень рада. Мы просто гуляли и просто подружились. И подружились наши дочки, чему я безумно счастлива. За Юлечку. Спасибо. Спасибо, я вас очень люблю. Очень рада, что мы дружимся. Да, да, спасибо. Я, Леночка, давай, я тебя тоже поцелую. Спасибо, спасибо. Спасибо. Мне очень приятно. Вайме. Спасибо, что вы у нас есть, соседи. Любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Я всегда каждый твой день рождения поздравляю не только тебя, твоих родителей. Им большое спасибо, что они есть, что ты у них есть, и что они тебя воспитали такой, какая ты есть. Много слова есть, много чего есть. Но не об этом. А ты всегда разная для меня, всегда необычная. Бываешь и такой, и сякой. Ну, в одном ты всегда для меня одна. Любимая. Чудесная, Мами. Волшебная. Вот чтобы все в новом году у тебя вот все вот эти вот невзгоды, все проблемы ушли, все было хорошо. Спасибо. Красный тост. Снюхай! Снюхай! Я не стою, извиняюсь, на собачке. Настоящая мать. На даче прям зима. Ну, в принципе, как и везде. Это мы тут взрывали хлопушки, пока снимали ТикТок. Бэби, ты просто пушка. Сейчас мы будем взрывать фейерверк, который называется «Ядрен Матрен». Бэби, ты просто пушка, пушка. Меня взрываешь, как хлопушка, пушка. Бэби, ты просто сказка, сказка. Но от тебя мне щипят глазки, глазки. Подготавливайте почву для салюта. Это уникальная площадка, где люди создают и пересоздают видео других на чужих видео и также с аудио. Посмотрим, от чего я ее спасла. От вот этого. О! Сейчас я тебе картошку подрежу. А тут как за кнопкой? Тут же документ. Сейчас новый из-за этого. Не, ну бывает вот так сверху. Но оно сейчас этот новое. Тесочки, правочки. Вот такой в Dior. Ого! Мне показалось, что этот лучше. Я ошиблась, я спросила у Кати, она сказала, этот колхоз. Нет, этот, она сказала, просто не ко всему подходит. Что, теперь ты хочешь это знать? Я же внутри его не вижу, он такой же внутри? Нет, он, по-моему, обычный паспорт. Мне вот этот прикольный, яркий, под ногти, ну и что. Не, ну красный лучше, ничего. Да. Не, не, не. Спасибо вам за поддержку.
Я тоже считаю, что я сделала правильный выбор. Да. И ну ты когда будешь сумочки долго держать, она уже так... Ну да, оно прижмется со временем, понятно. Зато сюда реально много всего можно было. Да, давайте тупую какую-нибудь. Блин, а у меня подводит там. Ай, с днем рождения, доченька! Девочка, у тебя будет рождение. День рождения, моя солнышко. День рождения! Давайте еще раз, господи, прыгать. Я снимаю, у нас нет свечей. Поэтому у нас бенгальские это аплодисменты в честь тебя. Так, я загадываю. Я вот про это и говорила. Давай, загадывай желание. Давай еще одну, где это уберем? Давайте. Днем рождения! Все, я задула! Давай еще раз. Еще одно желание. У меня день рождения, ребята. Надо бабушке сделать пирожочек.